Давно не ездит-то? Ну, у вас тут база-то хорошая. Вообще, трактор с батьками, ну, как бы, вечно, не из колхоза. Ага. Да, сынок? Сейчас поеду, заведет тебе. Не знаю, что потом. Резина? Ну, не очень, но он два года стоит уже. Диски нормальные. Кабина. Блокировки нету. А? Блокировки нету. Блокировка, где же механическая? У нее уже мост от этого, от ТЗ-50. Пятьдесятовские, да? Конечно. Да. Ага. Блокировка он там, педали. Я сейчас посмотрел. Поставил, ремень поставил. А, поставил? А это просто. Или все, я не понимаю, или капает? Капает. Да, капает с крыши. Да. Я этого, как же так не заводили, вода капает. Вон жерон. Один откручен. Так, навеска собрана. Нормально. А вон полтинника. Да. Ну а он вон-то полтинника или нет? Это, конечно, хуже диск. Ну если мост от полтинника, вон. Интезовский, он же вроде не подходит или подходит? Почему? А в чем там разница? Там разницы никакой нет. Так те же ленты, все то же самое. Там просто на полтиннике не переключаясь промежутки на 1000. Там только 540. Но это из-за промежутка. А в мосту там никакой разницы нет. То есть и здесь 500 тысяч переключается, да? Не могу сказать, я не знаю, какая промежутка. Вроде как потом стоит. Да, да, да. Вот вилк стоит. Что-то больно много на него налили. Вилку ему менять надо. Не а ездил тут такой, он любит наливать, а на чем не ездит, у него всего по три уровня. Да, хорошо, он хоть ответил немного. Он еще и наворует немного. Понятно. Кабина, кабина. Кабина. А, вон блокировка вижу. Переключатель вижу тоже. Получается только мост. Да, она же правильно. Ну же есть пониженная здесь. Угу. То есть 1000 должна быть. И откуда залезть-то? Ладно. Дворник, зеркало. Ну, кабина, да, боевая. Боевая. Так, тот лонжерон, сейчас еще раз гляну. Этим. Шильда стоит. Чулок один. Течет, не течет, навеска нормально, все перебравши. Чулок про. Движок. Движок. Здесь лонжерон нормальный. Подушки, подушки. Игорь, иди капот сдернем, посмотрим, что там с радиаторами. Радиатор этот нормальный, закрытый.
Ты не давал пельмени на пилорамы. Ну, за уши по делу натягиваю. Пилорамы поставил, выхожу кулеты. Ну, еще бы так. Это нет, пилорамы. Ты еще не снись, а белый написал. Радиатор целый, нормальный. Ты... Ну, движок. Движок весь движок. И два уровня. Давай, закрывай. Да. Толкни. Оп. Так, резинка. И какого года он? 84-86. Ну, здесь, как всегда, 80. Восьмерку вижу, а вторую не вижу. О. Я вообще не вижу. Новый. Ну, это 80, а это четверка. Да, 84-й, да, тогда да. Вот похоже, 84-й, такой же. А 80-ка просто 80-ка, да? Да. Значит, не Пускачёвый был. Почему? А он стоит 80R Пускачёва. Ну, документы же сами делали, да? Зачем? Так и был, да? Конечно. Нет, какой Пускачёвый был? 84-й года из Каспера приехал. А с 86-го пошли. Ну, кабина-то стартерная. А чем она отличается? Ну, скажи, чем? А я что, я... Не знаешь? Я думаю, да.